В начале ноября Тамаша Арманбаева, именующая себя как Тамика, в эксклюзивном интервью нашему каналу говорила о том, что скоро выпустит клип на одну из песен, записанную на студии известной на весь мир группы Fly Project. Так вот, 24 декабря девушка выложила тизер этого самого клипа. Называется трек «Wanna Wanna», и, судя по всему, работа будет весьма горячей. Как на такую перчинку отреагирует строгий казахстанский зритель, узнаем совсем скоро, когда певица представит общественности полную версию этого творения. Ждать осталось совсем недолго.